Всем привет! Сегодня я в лесу, вот собирал грибы, ходил, решил немного мха наготовить, утеплять улья, подушки утеплительные делать, за уставную доску, чтоб ставить, и сверху также. Утеплять будем все это дело мы мхом. Хочу показать, какой я мох заготавливаю. Мох я готовлю такой вот, как сказать, ну вот такой вот, чтоб снизу не черный был, не плесень, не плесень, плесени чтоб не было. И такой мох произрастает, как я заметил, сколько собираю, именно вот где папоротник, не папоротник этот, верес, вереск, трава такая, вот он. Пчеловоды знают ее, особенно кто на Полесье живет, в лесах произрастает. И вот именно где этот верес, там мох такой больше на, как бы пушистый и более мягкий. А вот уже где просто по песку он растет, по подстилке, то там он больше плотный такой и снизу черный в основном. И вот я уже насобирал немного так. Он мокрый, прошли дожди. Мох я не трамбую, а чисто вот мешок наложил и так, постукивая, он уменьшается в объеме резко. Потом дома его раструсить будет надо, просушить хорошенько. Можно будет делать и подушки вставные, пчел утеплять. Также я этим мхом в основном сейчас утепляю. Домик сделал. Там мед откатываю, лимоны сейчас зимуют мои. И вот в этом домике я утепляюсь внутри стенки мхом под доску, между пенопластами и доской. Он как бы будет регулировать влажность, лишнюю влагу забирать, потом отдавать. И будет такой микроклимат своеобразный. Вот уже полмешка, можно сказать, насобирал. Так как я его сегодня немного решил собирать, всего лишь мешочек, так я стараюсь выбирать аккуратный такой вот мох. Что еще рассказать? Сколько держу пчел и вот мохом утепляю хом, то после зимовки нету плесени в улье. Так как он регулирует микроклимат, как я и сказал, лишнюю влагу берет, потом отдает, когда надо. И вот сколько с мхом не зимовали пчелы, все время зимовка была сухая, хорошая. А когда не поставишь за вставную доску подушки, то накапливается часто влага много. Так что вот я стараюсь все ульи, хотя бы чтобы одна да была подушка сбоку внутри улья. Сверху также мох этот я ложу. Ну, что еще сказать. Также хочу вот попробовать под лимона положить мох. Смотрел, ложить, чтобы влагу держал. Только надо будет, наверное, слоем хорошим таким вот, чтобы ровненький, красивый. А уже наверх мешок положу этот слой. Дома под лимон свой комнатный положу такую подстилку красивую. И после полива будет влагу держать, быстро пересыхать он не будет. И также отдавать мох будет влагу на крону саму, будет хорошо. На этом будем заканчивать. Может, кому полезное было видео, может, кому и новое, может, и не новое. Ну, будем надеяться, что интересное. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, до свидания.